Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу показать вам очень интересный инструмент фирмы Штиль, модификация его RCA26, и это аккумуляторный инструмент 2 в 1, компактные ножницы для стрижки кустарника, а также ножницы для стрижки травы в саду. Сразу хочу сказать, что этот инструмент поставляется в двух различных комплектациях. Первое — это сам инструмент без зарядки и без док-станции. И второй вариант — это такой, как у меня сейчас на столе, в самой полной комплектации, с аккумулятором и с зарядочной станцией. Плюс еще вот такой вот переносной кейс. В середине этой картонной коробки находится вот такой вот бокс, матерчатая сумка, которую вы можете использовать как для транспортировки, так и для хранения инструмента. В таком состоянии его, к примеру, можно повесить на стенку мастерской, либо гаража. В середине находится сервисная книга, она же гарантийка. Инструкции на разных языках. Инструмент сам. И сейчас на нем одета насадка для стрижки травы. Дальше сменная насадка для стрижки кустарника, максимально компактный аккумулятор и станция для зарядки этого устройства. Сейчас я это самое неинтересное отложу в сторону, и мы более детально поговорим о самом инструменте. Итак, друзья, сейчас я хочу сказать самую главную вещь, которую следовало сказать в самом начале. Для чего предназначен этот инструмент? Или, другими словами, за что такие деньги, как вы любите писать в комментариях? Хочу сказать, что вот сам инструмент для подстрижки кустов, либо для подстрижки травы, в нашей стране давно уже не новинка, они бывают аккумуляторные, они бывают электрические, работающие от сети, либо бензиновые, китайские, дорогие, дешевые. Основной спецификой и преимуществом именно этой модели Штиль RCA26 является то, что она сделана в максимально легких и компактных габаритах. То есть это то, что отличает эту модель от всех остальных похожих аналогов. Все сделано для того, чтобы ту работу, которая у вас есть в саду, сделать максимально комфортно и быстро. Итак, друзья, давайте теперь посмотрим, что означает легкий и компактный инструмент в цифрах. Кладу на весы наш инструмент, получаем 925 грамм. Что такое 925 грамм для сравнения? Обычный шуруповерт с аккумулятором весит у нас 1 килограмм 225 грамм. То есть этот девайс примерно на 25% легче, чем шуруповерт. Прежде чем рассказывать о насадках к этому гаджету, хочу сказать несколько слов о самой платформе этого устройства. Она сделана в Германии, об этом свидетельствует надпись на корпусе. Представляет собой оно такой некий редуктор, который передает вращение с главной шестеренки двигателя уже на режущее устройство. Будь это насадка для травы, либо же это насадка для стрижки кустарника. Кстати, обратите внимание, очень важный факт, то что эта приводная шестеренка сделана из металла, потому что многие аналогичные машинки, которые продаются в строительных супермаркетах, они имеют эту шестерню пластмассовую. При такой компоновке они буквально одноразовые. То, что здесь эта шестеренка сделана из металла, это огромный плюс. Сам процесс смены насадок выполняется очень быстро и комфортно. Правда, для этого лучше снять аккумулятор для безопасности. Для того, чтобы установить насадку, нужно зажать две оранжевые кнопки одновременно и вставить ее в машинку. Смена насадок происходит, ну, аналогично. В центральной части корпуса находится
такой вот экран, который является индикатором заряда аккумулятора. Вверху мы видим кнопку «Предохранитель защита детей», так называемая, потому что, чтобы запустить устройство, нужно сначала эту кнопку нажать, потом уже кнопку запуска. Как видите, рукоятка такая удлиненная, она является туннелем для аккумулятора и служит удобным хватом для устройства. Основным режущим элементом на обеих насадках являются полностью стальные ножи, которые двигаются навстречу друг другу вот таким вот образом и приводятся в действие эксцентриком, расположенным на приводной шестерне. Рабочая область на насадке для резки кустов 22 см и рабочая область на насадке для травы 13 см. Такие довольно компактные габариты этих насадок сделаны специально для того, чтобы вы делали работу максимально комфортно, быстро, чтобы не добавлять лишнего весу на это аккумуляторное устройство и чтобы увеличить срок работы от одного заряда аккумулятора. Хочу еще рассказать немного о аккумуляторе, который используется на этом устройстве. Здесь установлен аккумулятор фирмы Штиль, модификация AS2. Это аккумулятор 10,8 вольт с емкостью 2,1 ампер-часа. Хватает такого аккумулятора при таких режущих насадках примерно на 1,5 часа работы. Хотел бы еще добавить, что абсолютно такой же аккумулятор используется на мини-цепной пиле Штиль GTA-26. Заряжает его вот такая вот станция, которую вы для удобства можете подвесить на стену. И заряжает оно этот аккумулятор, ну, немного больше, чем за час. Но если вы хотите получить прям какие-то развернутые характеристики по станции и по аккумулятору, вы можете на официальном сайте производителя найти все эти данные. Но у меня на этом обзор заканчивается. Всем спасибо, кто досмотрел его до конца. Если видео понравилось, жмите палец вверх. Если что-нибудь упустил, либо как-то непонятно рассказал, напишите об этом обязательно в комментариях. С вами был Роман Заяц. До новых встреч!